Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale, и я спешу записать для вас видосик про новое испытание, которое вот-вот будет. Аллилуйя, это не 2 на 2, это не напарник нуб. Слава тебе, Господи, не убрали этот режим. Что-то новенькое, ребята, это круто. Всегда что-то новенькое, всегда круто. Во-первых, я 100% рад этому испытанию, потому что, во-первых, убрали это 2 на 2 и драфт, уже тошнит. Второе, это новый режим X3, сейчас мы о нем поговорим, это 2. И третье, крутые призы. Тут, по-моему, больше 100 тысяч золота. Я не считал, потому что я спешу записать для вас видос, но я посмотрел, тут золото прилично. 100 тысяч за 12 побед, естественно, мы будем бустить это испытание. Кто хочет, чтобы мы его пробустили, пишите мне в личку, я оставлю ссылку на группу, на мой ВК, обращайтесь, заказывайте буст, естественно, пробустим. Итак, ребятки, я, наверное, на это испытание разделю на несколько частей. Я запишу, ну, видео, наверное, 5, ну, я так хочу. Я запишу много колод, потому что есть как и фан-колоды, так и топ-колоды. Я много разных дек запишу. И сегодня, ребят, первая колода выглядит следующим образом. Я вам обещаю, вы увидите кучу вариаций с големом, с лавой. Вы будете видеть трех мушкетеров, вы будете видеть палачей, вы будете видеть торнадо в колодах ваших противников. Но здесь реально решает то, что 3x3. Для чего мне рыцарь, торнадо и армия скелетов? Для того, чтобы быстро прокручивать колоду и чтобы юзать три мушкетера, зеркало и киллспелл. Вот реально, можно взять варвара, варду миньонов, но оно только будет тормозить, это тут не решает. Тут надо, я бы даже еще дешевле взял, может, за один эликсир, потом буду тестировать, чтобы прокручиваться до трех мушкетеров, до хила. Ребята, не берите поизон. Ну, не знаю, он не решает тут. Надо молнию, просто жахнул по мушкетерам, их нету. Он через зеркало мушкетера выбросил, ты через зеркало молнию жахнул. Все, ты по-любому в плюсе в эликсире. Вот такая вот колода, ребят. Это не одна колода, я вам покажу кучу аналогов, покажу кучу еще крутых колод, поэтому подписываемся, ставим лайки и обязательно включите колокольчик, потому что я вам еще кучу дек покажу. Ну и поехали, теперь покажу эту деку в деле. Естественно, ребят, не исключено тот вариант, что я могу проиграть. Это не исключено, потому что, ну, блин, это все-таки X3, это все-таки быстро тут нужно все делать. И, конечно же, можно проиграть. Но это одна из крутых колод, которую я хотел бы вам показать. Он тоже ставит голема. Окей, сейчас мы встретимся с ним. Я думаю, у него там будет палач, вышибал. Ну, три мушкетера будет. Ага, так, ребятки, против... Вот сейчас прокручиваем, смотрите, рыцаря прокручиваем, да? И тут выбрасываем три мушкетера. Сейчас быстренько орду миньона выбиваем. Если у него будет поизон, мы сейчас захилим. Нет, у него не поизон. А, да, поизон. Ну, мы хилим их. Ребят, не берите поизон, я не понимаю, зачем вы его берете? Для чего он нужен? Ну, реально он не решает здесь, я хз. Как по мне, так поизон здесь не нужен. Могу ошибаться. А вы как считаете, ребят? Напишите в комментариях. Ну, серьезно, ну, поизон тут... Эта карта, она долго наносит урон, а нам нужно быстро. Тун-тун, смотрите, раз-раз, все. Ну, конечно, по вышибалу мы с молнией не убьем. Но если в саппорте что-то идет, давайте прокручиваем. Так, вот так делаем, хорошо. Тут мы с помощью торнадо оттягиваем големчика и там миньончиков. А, он еще и с кладбищем играет, вот лол. Окей, давайте мы здесь так сделаем. Не буду дефать орду миньон... Ой, банду гоблинов. Блин, как все быстро происходит. Это круто. Так, давайте... Не, хилить не буду. Хилить не буду, мы просто ударим молнией. И я думаю, через зеркало еще раз молнию. Тут даже не надо останавливаться на трех мушкетерах. Просто вот так вот взял и затащил. Вот через молнию даже можно брать. Молнию через зеркало и, блин, двойной урон по вышке. И ты юнитов его убиваешь, и вышку его убиваешь. Это ли не круто, ребят? Ну что, выбрасываем трех мушкетеров через зеркало. Я жду его яд, и я юзаю хил. Юзаю хил. Так, и думаю оттянуть с помощью торнадо. Ребята, ну вы увидите 100% торнадо у своих противников и палачей. Потому что, ну это тащит на этой арене. Не пропускаем вышибалу. Спокойно будем дефать сейчас кладбище. Давайте тут завязаем трех мушкетеров. Там у него, в принципе, 700 хп на одной вышке, 900 на другой. Поэтому можно сплитнуть. Так мы и сделаем. Давайте еще один сплит сделаем. Блин, сколько мушкетеров. Вы увидите мушкетеров куча. Возможно, даже кто-то будет клон спел юзать. Я это не исключаю. Давайте тут у нас пойдет хил. Так, торнадо, мы оттянем миньончиков. Отлично, два мушкетера выжило. Один выжил, ладно. Тут у нас рыцарь пойдет. Рыцарь, тут у нас три мушкетера. О, я могу потерять вышку, и скорее всего я ее теряю. Блин, ну вот для чего у него поизон, чтобы я не дефал кладбище. Ну да ладно, мы все равно вышку заберем. Там 200 хп молнии заберем, неважно чем. Хотя он еще не забрал меня. Он еще не выиграл, поэтому продолжаем бой.
Так, я думаю, что добьем молнией сейчас. Вот так вот, раз, тут рыцарь. Тут у нас пойдет хил. Пилим. Пилим своих юнитов. Подтягиваем всех к голему. Он взрывается, остается 17 кп. Победа. Это ли, ребят, не круто? Это фан. Ребят, это... Ай, мне не знаю, мне очень нравится это испытание. Также, ребят, я вам покажу колоды и с пекой, и с големом еще. Ну, много разных колод можно составить. В принципе, думаю, вы и сами сможете там налепить себе, что вам по фану. Да и уже и потестировать. Но все-таки, блин, я тут немножко анализирую какие-то колоды. Ну, не знаю, возможно, я не прав по составлению некоторых колод. Ух, ребятки, я не знаю, давайте еще мушкетера выбросим. Я не знаю, не хочу использовать молнию, хочу по фану. А, ну лучше бы я использовал молнию на самом деле. Потому что... Давайте, тут мы завязаем молнию, тут мы завязаем торнадо, тут мы завязаем рыцаря. Конечно, рыцаря неправильно, но хоть чуть-чуть остановить пеку. Армию скелетов, чтобы чуть-чуть отвлечь пеку. Да, отлично, пека не наносит урона. Фух, я просто разволновался, ребята, разволновался. Давайте выбрасываем голема, потому что тут без голема никак. Голема надо выбрасывать. Так, ну мы сейчас всех трех мушкетеров, ребят, убьем. Да, 100%, мы их убиваем. Ай, блин, я забыл, что у него молния, ну ё-моё. Ладно. Юзаем молнию. А, у него фаер еще. Так, 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 отлично. Тут мы юзаем рыцаря. А, он не всех мушкетеров убил. Зафейлил парень, зафейлил. Так, давайте тут армию скелетов. Так, ну давайте подхилим, что ли. Ага, подхилил нас. Короче, тут вообще тупить можно только так. Ну реально, я туплю жестко. А тут нужно сразу быстро все выбрасывать правильно. Вот что-то выбросил не так, все, ты вышку потерял. И блин, это все длится 3 минуты. Такое ощущение, что это все бесконечно. Короче, ребят, тут спылов надо брать побольше. Вот что я понял. Спылов надо брать побольше. Давайте тут молнию на трех мушкетеров. Пэмс, только что-то я не всех убил. Какая-то лажа получилась на самом деле. Давайте сразу голема выбрасываем. Сразу голема. Прокручивать надо, прокручивать рыцаря. Вау, 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 вау. Вот это, конечно, неожиданно было. Давайте армию скелетов. Армию скелетов. Так, что делаем дальше? Я думаю, что сплит. Ну, блин, у него есть торнадо, у него есть фаер. Вот это, конечно, плохо. Давайте завязаем этот хил. О, отлично, он завязал как раз торнадо. И мушкетеров моих не добил. Давайте завязаем голема. Завязаем голема, подтянем пеку. Подтянем пеку. Так, тут рыцаря завязаем. Хорошо. Так, нужно задефать срочно пеку. Блин, а знаете, а сложно, на самом деле, не так уж и легко. Ну, давайте, нужно добивать молниями, ребят, нужно добивать молниями, потому что три мушкетера вряд ли я смогу завязать нормально. Так, вот тут молнию тоже на трех мушкетеров. Пум-пум-пум. Хорошо, мы в любом случае, ребят, в плюсе, можете на это даже не сомневаться в этом. Так, тут у нас рыцарь для отвлечения. И тут у нас три мушкетера. Ах, он заранее торнадо, он знал, но это его не спасло. Тут мы армия скелетов. Ну, у него не совсем... Не, у него прикольная дека, кстати. Есть и фаер, есть и молния. Ну, почему-то он мне проиграл. Что-то пошло не так. В общем, ребятки, дека крутая. И предлагаю сходить еще в одну онлайн-атаку. Точнее, какую онлайн-атаку? В дружеский бой. Мы еще не начали это испытание, но будет завтра. На момент записи ролика. Да, через 22 часа. Ну, поехали. Поехали, еще одно испытание. Ой, еще одну атаку. Налим. Так. Значит, ну, я, опять же, повторяюсь, ребят, у меня идей куча. Я хочу вам показать много колод, поэтому ждите, подписывайтесь. Сегодня, возможно, будет много видосиков. Давайте сразу выбрасывать голема, потому что дефать пеку, сидеть, ждать нету смысла. Три мушкетера. Мы их убьем молниями. Так, отлично. Что будет дальше? Палач будет дальше. Окей. Я не знаю, что у него там по молниям, поэтому мы выбросим вот так вот три мушкетера. Если даже и будет молния. Тут у нас армия скелетов пойдет. Хорошо. Так, что у нас там? Мы там нанесли урон, да, ребят? Интересно, что у него за спылы мне? Ага, торнадо. Ой, торнадо, я извиняюсь. Орда миньонов. Так, тут у нас голем для отвлечения его миньончиков. Палача бы убить было бы вообще идеально. Было бы торт. Так, давайте сплит. Делаем сплит. Конечно, он все-таки убьет двух мушкетеров. А, вот так вот, ребят, будут делать. Будут делать они вот так, да. Ну, давайте три мушкетера. Ну, блин, ну я туплю. Молния ж будет. Короче, ребят, не тупите так, как я туплю. Это будет...
Плохо, плохо. Давайте тут молнию. Пумс, пумс, пумс. Отлично, 400 хитпоинтов осталось. А он что, еще не прикоснулся? Ну, у него еще все впереди. Я тут натупил так, что у него еще все впереди. Мы тоже юзаем торнадо. Мы еще используем... Мы крутые с тремя мушкетерами. Тут мы используем армию скелетов. Да, да, вот ты юзаешь молнию. Ну, как ты задефаешь армию скелетов? А как ты задефаешь через зеркало армию скелетов? Как ты ее задефаешь? Блин, было бы по харду, ребят, если бы еще на... Ой-ой-ой-ой, я потратил... что же я наделал? Что же я наделал? Сейчас будет три мушкетера или нет? Или нет? Или да? Я не знаю. Давайте так, в любом случае делаем. Текс, текс, текс. Тут мы армию скелетов. И дефаем спокойно, блин. Изи-бризи, ребятки. Как классно с этой связкой играть. Давайте ставим голема. Там 120 хитпоинтов осталось. Я думаю, мы задефаемся. Изи. Смотрите. Тунс, тунс, тунс. И нету. И нету трех мушкетеров. Выбрасывает он пеку. Окей, я выбрасываю рыцаря. И выброшу, наверное, трех мушкетеров своих. Вот так вот, да. Через сплит. Понимаете, никто не будет брать бревно, ребят. Поэтому к армии скелетов точно не будет кто-то готов. Будут брать фаерболы. Будут брать, ребята, спойзаны. Ай-яй-яй. Вот тут, конечно, он меня подловил. Ой, подловил. Давайте рыцаря. Давайте. Так, с помощью торнадо, блин. Еще торнадо, еще одно торнадо, еще одно торнадо. 9 секунд. Живи, живи. Живи, Ваня, живи, холдик, живи. Давайте, давайте, тащим. 400 хп, нет, фух, победил. Все было на грани. Все было на грани, но в конце я заигрался. В конце, ребятки, я заигрался. Ну что, я провел, ребятки, 3 атаки. И дека очень себя круто показала. Я не знаю, как она будет себя вести, конечно, в испытании. Возможно, будут противники посильнее. Тоже не исключено. Но я вам как вариант уже показал. Ребятки, подписываемся, ставим лайки, включаем колокольчик и ждите мои новые видосики. Их будет достаточно много. Желаю вам удачи, ребят, и не прощаюсь. До новых встреч, пока.